Называется «Найдите Леру». Добрались мы на эту космическую площадку. Это, чтобы вы понимали, в карантин. Не то, чтобы карантин, а в Сегер. Когда типа тотальный карантин. Да, мы тоже нарушители дистанции. Но по гостям мы не ходим. Вот это соблюдаем. А на свежем воздухе гуляем. Иначе крышка поедет. Крышка. Это у нас январь месяц. Очень тепло. Как необычно видеть пустую Хадеру. А такая вот она в шаббат. А мы с Лерушкой едем в русский супермаркет Кешет Теамим. Потому что так уж получилось, что я родилась на третий день Нового года. И приходится отмечать свой день рождения сразу после Нового года. В общем, мы еще не докушали вкусняшки, которые мы готовили на Новый год, а уже надо отмечать день рождения. Ну, так как опять карантин, все везде закрыто, то это совсем не тот день рождения, которое могло бы быть. Но что-то вкусненькое хочется купить и приготовить. Представляете, людей нет. Все сидят по домам, соблюдают карантин. Или наоборот, куда-то поехали гулять. Такая чудесная погода, что невозможно сидеть дома. Карантин не карантин, а глоток свежего воздуха очень хочется вдохнуть в себя в этом новом наступившем году. Да, и нам, так как мы были на детской площадке, то нам надо объехать теперь, проехать через всю Хадеру, чтобы попасть в Кешет Теамим, потому что он находится за городом, на 4-м шоссе. Не, ну как бы в черте города, но на выезде из города. И посмотрите, какое у нас чудесное небо, волшебное прям. Хадера в шаббат мне очень нравится. Ни машин, ни людей. Полная свобода на дороге. Интересно посмотреть, сколько людей в Кешет Теамим в шаббат после Нового года. Думаю, что немного. Никаких елок, одни бычки остались. Вообще ничего нет. Никакого Нового года уже. Всего 2 января, а уже нет ни елок, ничего. Зато маленькие. Да, маленькие есть. Так что все, ребятки, Новый год закончился. Не скажу, что в Кешете много людей. Совсем нету. Чуть-чуть совсем. Доездились. Нас полиция сопровождает до самого дома. Можете себе представить? Вот, с самой Хадеры едет впереди нас. Или мы за ней, или она нас сопровождает. Мы еще не поняли, мы еще домой не доехали. На самом деле это шутка, просто чистое совпадение, но во время закрытия на карантин тотальный это, конечно, воспринимается не очень. Посмотрите, она даже поворачивает туда, куда я поворачиваю. Мне уже самой интересно, куда она едет вообще, эта машина. Вот еще прикольно, если она там где-то рядом с нами живет. А, нет, ошибочка вышла. На соседней улице, видимо. Ну и хорошо. Очень даже Дед Мороз угодил Лерушке с подарком. Такая скоростная машинка. Только в одном загвоздочка. Батарейки слишком часто, ну, подыхают. Надо их менять на новые. Так что подарок, который стоит 40 шекелей, но с учетом батареек, становится довольно-таки дорогим. Если их надо менять каждый день по 2 раза. Вот такие вот крысиные бега. Дед Мороз угадал с подарком, да? Да. Да. Лера, приходи уже спать. Лера. Подожди чуть-чуть. Что ты делаешь, солнышко? Я делаю ок. Но чтобы были сухие. Это обязательно? Вечерний ритуал перед сном. Окна запотели, она их вытирает, чтобы были сухие. Ну, спасибо, помощница. Передай эту эстафету коту, он справится. Лерушек. Стоп. Спать пойдем.
еще чуть-чуть здесь повытираю окна и закончу. Ой, вот так вот. Сегодня я на годик повзрослела, и не только повзрослела, но и постарела, надеюсь, и помудрела тоже. И я так поняла, что на следующий свой день рождения надо брать себе выходной и не работать, не планировать никаких дел, потому что... продолжается. Полтора часа сидела, отправляла вам всем спасибо за поздравления, потому что Facebook взрывается, не только в новостях скидывают разные открытки, но и в личные сообщения многие пишут, и хочется всем ответить, так как я комментирую вам под роликами, стараюсь ответить на все ваши комментарии, так и хотелось бы ответить на все поздравления, но что-то в этом году их очень много. Конечно, очень это приятно, я очень-очень всем благодарна за поздравления, и еду покупать себе подарок. Подарков у меня несколько. Один из них так и не купленный до сих пор пылесос, ну, второе там несколько вещей по косметике, а остальное будем ждать от Леры и мужа. Правда, не юбилей мне, но цветы и шарики мне точно положены, а остальное... Кстати, муж очень так щепетильно относится к тому, что мне дарить, потому что я могу сказать ему, зачем ты это купил, а зачем ты это купил, поэтому... В последние годы подарки покупаю себе я. Ну, типа, это муж. Цветочки уже пришли. Или приехали. Муж, в конце концов, запомнил, что я люблю хризантемы. И обязательно, чтобы они были не коричневые, не желтые, не зеленые, а нежных цветов. Котик, муркотик, сегодня цветы для меня, а не для тебя, понимаешь? Какое там нахлебник. Посмотрите на него. Кот, это мне. Вот это самый главный поздравляльщик пришел маму поздравить. Самый классный подарок от самого любимого человечка. Да? Как ты мне много шариков принесла. И с лошадкой-единорожкой. Ты выбирала? Да. Или дядя в магазине? Я. Ты выбирала? Спасибо тебе большое. Теперь у меня столько шариков будет. Отпускай их в небо. Давай. Бу-бух! Полетели. Только не на лампочку. Вот. Ой, какая красота. Ну, спасибо тебе, Лерушечка. Лерочка мамин день рождения готовит праздничный ужин, помогает маме, умничка моя. Спасибо, солнышко. Будет, наверное, очень вкусно. Делаем салатик, папа, который все любят. Папа, да, папа помогает. Вкусняш. Не толкается. Я-то думала, что на этом уже все подарки закончились. Оказывается, нет. Моя сестричка решила меня порадовать. И сейчас с помощью девушки, которая недавно была у меня на канале, а именно Сони, решила меня поздравить, наверное, какой-то воздушной композицией. Мне прям так приятно-приятно. А сестре тоже огромный привет и спасибо. Из-за карантина, конечно, мы не встречались вместе, несмотря на то, что вроде недалеко. Она в Батьяме, я тут в Пардесхане, но карантин, и якобы нельзя ездить между городами. А и особенно нельзя встречаться в гостях, ходить друг к другу в гости. Но сестра решила не оставить меня без подарка. И очень хорошо подошла к этому прям. Как часто бывает, я жду ее на одной стороне, а она на другой. Вы посмотрите на это чудо. Видите? Это Сонина вторая машина. Привет! Специально для развозки шариков. Ой, как приятно! Боже, ну откуда? Она меня спрашивает, откуда я знаю. Этот эксперт по организации таких чудо-праздников. Слушай, так я же вчера это видео смотрела и лайки тебе ставила. Что-то подобное. Звездочками. А это уже другое? Да. Вот это да! Боже, какой воздушный сюрприз! Спасибо!
Поставьте Соне лайк, зайдите на ее канал, смотрите, какие чудеса вытворяет. Вы только посмотрите, какая красота. Сестреночка родная, спасибо тебе огромное за сюрприз. Он удался, никто его не ждал. И это очень-очень приятно. Тебе нравится? Какой подарище! Катя, Кристина, Антон, всей вашей семье. Спасибо за праздник. Мы дошли к тортику. Попробуем, получится ли у нас. Леруша, не приближайся, пожалуйста. Отойду. А Лерка знает песню про хэппи-бонус? Леруша, ты чего? Иди ближе, пой песенку маме, быстро. Да не бойся, вот я, ну вот, а там на том совсем не страшно. Давайте, пойте, а то музыка закончится, огоньки закончатся. Happy birthday, наша мама. Happy birthday to you. Спасибо. А он не горячий. Это не такой был, который горячий. Я хочу отойти. Погдонит ты, Лера. Если бы это было опасно, никто бы не разрешался дома. Вот и все. Желание загадали. Сейчас тортик покушаем. На этом мое день рождения закончится. И встретимся через год. Спасибо всем, кто поздравил. Было очень много поздравлений. Огромное вам всем спасибо. Мне было очень приятно. Хорошего вам вечера и пока-пока.